Техническое обслуживание мемориальных комплексов специалисты «Газпром» газораспределения «Ульяновск» проводят регулярно. Но в преддверии Дня Победы внимание к огням славы особенное. Процесс техобслуживания недолгий, но очень кропотливый. Постоянно горящее пламя, символизирующее вечную память, не гаснет даже на момент технической проверки. Поэтому, прежде чем приступить к основной работе, газовики переносят пламя на мини-факел. Ну, во-первых, для того, чтобы было спокойно, надежно. Здесь выполняется полный комплекс мероприятий. Вечный огонь не гасится, как вы видите, а он временно зажигается на факеле. И после того, как произведено будет обслуживание системы газоснабжения вечного огня, вечный огонь будет также зажжен от этого же факела. Дальше работники перекрывают задвижку подземного газопровода, по которому газ поступает к обелиску, снимают решетку и чистят саму горелку. Температура поверхности так высока, что без защитных перчаток не обойтись. После всех манипуляций вечный огонь возвращают на свое историческое место. Без внимания специалисты не оставляют и монумент славы в Димитровграде. Кроме очистки, газовики проверяют исправность оборудования, целостность подводящих коммуникаций, а также герметичность всех соединений. Оборудование за год, то есть, приходит в негодность, засоряется от времени, от сажи, и вот мы этим занимаемся, чистим. Плодотворная работа по подготовке мемориалов ко Дню Победы проходит с 2015 года в рамках всероссийской акции «Священный долг. Вечная память», инициированной «Газпром. Межрегионгаз». До 9 мая газовики проведут техническое обслуживание 18 памятников вечного огня, расположенных в районах Ульяновской области. Дарья Судрева, Руслан Баталов, новости «Ульяновской правды».